Добрый вечер. Fashion Week TV. Можно один вопрос? Да. Смотрите, какая проблема. У меня недавно начало расти пузо, но с этим как-то можно смириться. А вот что делать с лысиной, я не знаю. Какую, как профессиональный парикмахер, вы посоветуете мне прическу? Прическу? Ну, можно отращивать и назад так потом. И как Брюс Уиллис я буду ходить, да, в 94-м году? Да. Ну, либо на лысо, если это уж кардинально. Тоже как Брюс Уиллис. А какие вообще сейчас тренды, есть ли они относительно мужских стрижек? Если честно, я считаю, что ну, то, что подходит больше ну, там, под стиль определенного мужчины, как бы, это и главные тренды. Вот. То есть, если там, он какой-то бизнесмен серьезный, то нет смысла лепить ему хипстерскую какую-то стрижку. Ну, то есть, как сейчас во многих, как бы, во многих салонах можно наблюдать.